Можете поприсутствовать на лекциях в университете Оксфорд. Вот так вот бегом. Вот в итоге, что у меня получилось собрать. Вы можете в британских школах, в старших классах брать русский как основной предмет. Можете делать и 6 предметов. Правда, это очень-очень тяжело. Стивен Хокинс, к примеру, там давал лекции. Отправляемся в Оксфорд со станции Мэрилебон, которую я вам уже неоднократно показал. Отходит поезд, который за час нас доставит прямо в Оксфорд. Вот так вот бегом. Буквально все в считанные минуты делается. Вот это наш поезд. Добро пожаловать в Оксфорд! Сейчас я в колледже Довер Брокс, колледж, в котором проходит подготовка в старших классах. И вы готовитесь непосредственно к университету. Называется все это дело Sixth Form в Англии или по-другому классическая британская система. Вы здесь учитесь на программе A-Level. Посмотрите, как круто сделано в классной комнате. Это классная комната. И вот такой подоконник. Целая кровать. И можно смотреть, что на улице происходит. Также здесь есть средняя школа, где вы можете делать программы GCSE. Значит, по классической британской системе вы обязаны учить 4 предмета в старших классах на A-Level. Но, тем не менее, вы можете делать и 6 предметов. Правда, это очень-очень тяжело. К примеру, Оксфордский университет требует для вас, чтобы вы знали науки более глубоко, нежели вы знали большое количество и большой спектр разных наук. Хотите, раскрою вам маленький секрет, о котором мне сказали русские студенты здесь? Что с недавнего времени вы можете в британских школах, в старших классах брать русский как основной предмет для изучения. Потому что с недавнего времени ряд университетов Великобритании начал принимать как экзамен русский. И, к примеру, топовые университеты, такие как UCL или Университет Манчестера, они принимают русский язык. Представляете? И особенность британская. Посмотрите на эти заборы. Заборы? Все остальное изгородь. И никаких наших вот этих вот трехметровых заграждений металлических. Смотрите, что я увидел на холодильнике. Ребята, посмотрите, у нас в Оксфорде пошел град. После солнца. Сразу после солнца, вот буквально 10 минут назад. Вот так в Англии меняется погода.
И, кстати, одним из важнейших плюсов обучения в Довербрукс является то, что вы можете поприсутствовать на лекциях в университете Оксфорд. Студенты колледжа ежемесячно могут попадать туда, и где дают презентации, лекции одни из ведущих мировых лидеров компаний, к примеру, как Walmart компания, Стивен Хокинс, к примеру, там давал лекции, и студенты также имели возможность увидеть это все вживую.